Чем хороши эти хлопья? Тем, что в них нет сахара и подсолнечного масла. О, какие большие ягоды, изюм, яблочные кусочки. Молоко без сахара из миндаля, жареный миндаль. А здесь у нас есть хлеб. Чем он хорош? Тем, что в нем всего лишь три ингредиента. Это мука грубого помола, то есть взяли зерна ржи, очень грубо перемололи и все. И другие два ингредиента — это вода и соль. Прекрасный хлеб. Мы его уже начали кушать. Вот видно, что очень грубо помолото зерно. Очень вкусно. Прекрасно. Вот интересно попробовать самой сделать такой хлеб. Что очень важно, в этом хлебе нет абсолютно никаких консервантов. Чисто из цельного зерна испечен хлеб. Так здорово. Немного сушеного чеснока. Нерафинированного подсолнечного масла холодного отжима. Зелени у меня свежей сегодня нет, поэтому будут только два ингредиента. Оранжевый перец сладкий и помидорчики. А, соль забыла. Соль. Без соли никак. Сварю макароны из полбы. Здесь состав таков: полба, мука из полбы, тип 630. Ну и все. Больше ничего не пишут. В последнее время с макаронами ем только свежие помидоры.